Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. Трагедия с Курском потрясла всю страну. Даже как-то не получается говорить о чем-то еще. И дело не в том, что страна оказалась просто до основания потрясена событиями. Дело в том, что трагедия произошла именно тогда, когда мы начали выкарабкиваться из длительного и бездарного ельцинского периода. Когда впереди забрезжили перспективы возрождения великой державы. Будто кто-то решил подстрелить страну на взлете. Наверное, каждый в эти дни ловил себя на неожиданном чувстве стыда. Трудно отделаться от мысли, что смерть ребят на нашей совести, на совести всего общества. Катастрофа Курска – результат нашей жизни в последние десятилетия. Если хотите, ее не могло не быть. Мы с каждым годом приближали катастрофу, и когда она произошла, то ужаснулись делу рук своих. Военные из года в год недополучали средств. В иные годы армии не давали и половины запланированных в бюджете денег. А от нее хотели побед, от голодной разваливающейся армии требовали лоска и вытяжки. Неужели военные от хорошей жизни поувольняли в запас глубоководных водолазов? Неужели от хорошей жизни поставили навечно у причала уникальные средства спасения? На них просто не хватало средств. Конечно, справедливые напоминания о коррупции в армии, о генеральских дачах, о разворовывании миллиардов в Чечне. Но разве не сами политики втянули армию в политическую борьбу взамен на лояльность, давая воровать верным генералам? Разве не пороки всего общества подорвали дух армии, превратив честного офицера в предмет язвительных насмешек? Нынешняя армия со всеми ее пороками и уродствами – это результат всех реформ. Горбачевских и ельцинских. Результат унижений и предательств. То, что украли у армии страны за все 90-е годы, теперь оплачено человеческими жизнями. На глубине 107 метров лежат герои-подводники. Они заглушили ядерный реактор, лишив последних надежд на спасение себя, но спасая всех нас от морского Чернобыля. 23 августа в Звенигороде, в Саввино-Старожевском монастыре, после литургии по случаю второй годовщины обретения и перенесения мощей основателя монастыря преподобного Саввы, патриарх Московский и всея Руси Алексий отслужил панихиду по погибшему экипажу атомной подводной лодки «Курск». В России траур, и сердца всех русских людей переполнены болью от случившейся в Баренцевом море трагедии. 118 моряков-подводников остались заживо погребенными в пучине морской. Но они совершили настоящий подвиг, принесли себя в жертву за нас. Беда общая. И эту беду мы должны воспринять как свою беду. Молиться о упокоении тех, которые в последние минуты своей жизни думали об окружающих нас, о нашем народе, чтобы радиация не уносила бы новые жизни и не распространялась бы кругом. Ради этого они пожертвовали возможностью своего спасения и заглушили атомные реакторы. И наш долг молиться о тех родных и близких, которые лишились кормильцев, отцов, сыновей, внуков. К сожалению, в последние дни мы все стали свидетелями циничного спекулирования некоторых сил на этой трагедии, когда гибель моряков используется всего лишь как очередной повод для сведения счетов с новым президентом России. Обращаясь к собравшимся в Саввино-Старожевском монастыре, предстоятель Русской Православной Церкви указал на недопустимость таких спекуляций в дни общенародной скорби. Разные силы пытаются нас разделить, посеять сомнения, что неправильно было руководство операции по спасению наших подводников. Обвиняют президента Российской Федерации. Я видел, как переживал
как сострадал Владимир Владимирович той трагедии, которая произошла в Баренцевом море. Поэтому мой призыв не делать скоропалительных выводов, но принять то, что произошло, как наш общий крест. А крест, какой бы он ни был, нужно его нести. В апреле 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа. Мне с коллегами довелось побывать на ней в первые дни после случившегося и рассказывать, как боролись со взорвавшимся реактором, как ликвидаторы ценой жизни старались локализовать беду, как вся страна откликнулась на чернобыльскую трагедию. Но тогда было мощное государство, сильной экономикой, неразделенное на суверенные уделы, и сообща, люди смогли с тяжелыми последствиями, которые сказываются и сегодня, загнать вышедший из-под контроля атом в саркофаг. Чернобыль был предупреждением. Наш фильм тогда об этой трагедии мы так и назвали «Предупреждение». Чернобыль был предупреждением, что страна вступила в опасную зону, нахождение в которой ведет не только к техногенным катастрофам, но и к развалу науки, армии, флота и в целом великого государства. Горбачев со товарищами не понял этого предупреждения. Так мне казалось до последнего времени. Но вот на днях я прочитал его выступление в американском университете в Турции. Оно опубликовано в журнале «Вымпел» и газете «Советская Россия». Так вот, что говорит первый и последний президент Советского Союза, рекламный агент итальянской пиццы, лучший немец времен и народов. «Целью всей моей жизни, говорит Горбачев, было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране. Когда же я лично познакомился с Западом, говорит Горбачев, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели, а для ее достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Вот такие откровенные высказывания господина Горбачева. Согласитесь, и совсем уже по-другому смотрится сегодня история с уничтожением лучшего в мире ракетного комплекса АК, созданного Сергеем Павловичем Непобедимым. Оперативно-тактический комплекс АК был разработан в конце 70-х. Аналогов в мире у него не существовало тогда, не существует и сейчас. Это было грозное оружие, обладавшее повышенной проходимостью как по суше, так и по воде. Отделяющаяся в полете головная часть была оснащена средствами преодоления противоракетной обороны противника. Дальность полета ракеты, которая могла снаряжаться как обычными, так и ядерными зарядами, позволяла держать под прицелом всю натовскую Европу. И вот, не сумев создать равнозначную машину, американцы расправились с ней руками Горбачева. 7 декабря 1987 года в Вашингтоне он подписал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Спустя 2 года в казахстанской степи на глазах заокеанских контролеров был уничтожен труд сотен тысяч людей. Снова, как когда-то в 41-м, Сергей Павлович ощутил себя полностью безоружным. Не желая участвовать в предательстве, Непобедимый уходит с поста генерального конструктора Коломенского КБ. Я вот могу, как специалист, сказать, что мы сейчас пользуемся тем, что было накоплено в старое время. И что на складах, и то, что вот научные заделы.
то есть фактически дорабатываем. Но на эти научные заделы нет финансирования. Но как бы ни было тяжело от потери ракетного комплекса АК, непобедимый не опустил руки. Он вновь оправдал свою фамилию, когда не купился на предложение американского доброжелателя, как потом выяснилось, сотрудника ЦРУ, почитать лекции в США за 60 тысяч долларов. Он живет в Москве на скромную пенсию и продолжает работать, являясь сотрудником ряда отечественных научных центров. В голове у него по-прежнему много замыслов и конструкторских идей, и беспокоит его вовсе не собственное благополучие, а то, что разработанными им ракетными комплексами мы торгуем теперь по всему миру, про свою армию словно забыв. 28 ракетных комплексов, многие из которых не имеют себе равных и по сию пору, вот итог конструкторской мысли русского богатыря непобедимого. Без современного оружия нет армии, без армии нет страны. Вот его предостережение для всех нас. Николай Сергеевич, получается, что вот в эту опасную зону, зону катастроф, завели нас сознательно. Да, вы прочитали очень красноречивые признания Горбачева. Но таких же слов мы можем найти очень много в выступлениях Ельцина, Гайдара, Чубайса, Черномырдина. Когда командующий Северным флотом адмирал Попов сказал фразу «Хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто организовал эту катастрофу», вот и посмотреть надо в блудливо бегающие глаза Горбачева, в пьяные очи Ельцина, в бесцветное циничное лицо Чубайса и тестоподобную рожицу Гайдара. Они, пожалуй, были основными застрельщиками развала страны, а вместе с ней и вооруженных сил. И когда мы говорим о всех преступлениях и катастрофах, мы всегда говорим, кто был заказчиком, кто был организатором. И потом уже говорим о том, кто был непосредственным виновником или исполнителем. Вот заказчиками этой катастрофы прежде всего были те, кого мы называем олигархами. Именно они вложили всю свою недюжинную дьявольскую энергию в разрушение страны, в разворовывание ее богатств, в создание в стране обстановки коррупции, разложения, деморализации. И, конечно, политическое руководство России, которое все это время, все 9 лет, кричало о том, что вот уничтожим ВПК, сократим армию, или реформируем, они называли ее, и заживем, будь здоров, как. Вот у нас был бюджет 200 миллиардов, а сейчас мы его довели до 6 миллиардов. 5,6 миллиардов. А денег нет ни у армии, ни у государства, ни у русского народа российского, который поставлен на грань деградации. Николай вот. Сергеевич, а вот у самых богатых людей в России, по оценке прессы, их вот пресса называет так 50 человек, которые имеют там больше полумиллиарда долларов, так у них там суммы довольно большие. Если называются фамилии Ходорковский, Ликперов, Потанин, Березовский, там много можно перечислять долго, то если мы, например, СССР в конце 80-х выделяло 200 миллиардов долларов на военный бюджет, то сейчас 5,6. 205,6. Где остальные деньги? Вот они. Вот они. А мы говорим про глубоководные костюмы водолазов, про средства спасения, подводные лодки. Что мы людям сегодня морочим голову с экранов телевизоров на страницах газет, когда кричим о том, кто, чего, что, кто сделал. Да вот кто сделал-то все. Абсолютно точно и ясно. Любое следствие. Вот сейчас прокуратура завела уголовное дело по факту гибели ракетного крейсера «Курск». Не определили еще статьи Уголовного кодекса, по каким судить. Но по существу подсудимые уже вот мною названы. Именно с них должен быть первый спрос. Ведь посмотрите, что произошло, скажем, с водолазными работами. Мы сейчас обратились к норвежцам, которые действительно создали хорошую школу водолазов, потому что они подводные бурения на нефть и газ ведут, прокладывают трубопроводы на большой глубине. Они создали хорошую частную школу водолазов. Но Россия была пионером в создании этого искусства. Ведь вы знаете, что в книге Гиннеса рекордов фигурируют три наших мурманских водолаза, которые вели работы по подъему судов с глубины 300 метров. Не знаю, жив или нет наш герой России Сластин Валерий,
который опустился на глубину 500 метров и вел там работы. Ведь вот какие у нас были две великолепные школы, одна в Севастополе, а вторая на острове Русский в Тихом океане, которые готовили водолазов высокого класса. Они обе закрыты. В 1996 году, когда Ельцина выбирали на второй срок, они были закрыты окончательно, все имущество было распродано по дешевке. Когда коробки с Хероксом в 500 тысяч долларов выносили на предвыборную кампанию. В это время увольняли всех водолазов и разгоняли, закрывали школу. У нас был великолепный буксир, самый мощный в мире, спасатель Фотий Крылов, который стоял у нас на Балтике. Его продали вот эти дельцы, дружки вот этих самых политических авантюристов, за $1 в Грецию. Этот буксир был туда отогнан, он сейчас работает, поднимает танкеры, корабли со дна Средиземного моря. А мы за это получили $1 только для того, чтобы оформить эти фиктивные документы. Вот как работала эта банда мошенников и авантюристов политических. А теперь они еще пытаются поднимать голос якобы в защиту, видите ли, жизни наших моряков. Они являются их истинными убийцами. И вы обратите внимание, ни один из них, столь говорливых в обычное время, не появился на экранах ни телевизоров, ни в печати. Где Ельцин? 10 лет, который вольтежировал, так сказать, на теле России, исчез. Затаился, как паук в каком-то углу. Черномырдина мы тоже не видим. И Черномырдина не видим. И Горбачев мямлит что-то невнятное. Я уж не говорю про этих циников, Гайдар и Чубайс и другие. Они выставили нового Немцов, руководитель Союза правых сил, который возглавил вот это оппозиционное движение против президента. Тоже мне нашелся защитник России, борец за ее, так сказать, будущее и за наш народ. Это люди, которые, конечно, пытаются сейчас зажарить яичницу вот на этом огромном кипящем народном горе. Веры и правды от них вы никогда не дождетесь. Эти люди точно говорят в унисон с Западом. Вот самое поразительное, что за 10 лет на Ельцина, хотя все видели, что он творит, что делается, не было вылито столько, ну, я бы так сказал, какой-то ядовитой критики, вот, злобы, сколько вот в несколько дней на Путина, который пришел на пепелище, можно сказать. Ну, практически Владимир Владимирович платит за разбитую посуду вот этой группой авантюристов и авторитарных самоуправленцев России, которые правили ее 9 лет. Это мы сейчас пожинаем плоды их деятельности. А у них ведь задачи-то и сейчас проскакивают какие. А зачем, мол, России флот? Зачем ей нужно было это учение? Зачем вообще ей нужна армия? То есть ликвидация всего этого. Точно, кстати, совпадает с тем, что Клинтон в 1995 году говорил своим начальникам штабов на секретнейшем совещании, документы которого только что опубликованы. Он сказал, нам теперь вот с вами, 1995 год, надо окончательно уничтожить ВПК России, армию и флот. Вот они и работали вместе с ним рука об руку. Тот самый друг Билл. Угу. И сегодня они, так сказать, льют крокодиловые слезы. А сейчас они проливают крокодиловые слезы, пытаются изобразить из себя благодетелей, занимаются, просто создали какой-то даже базар, я бы сказал, благотворительности. Николай Сергеевич, я знаю, что у вас есть своя точка зрения на катастрофу, на причины катастрофы непосредственные атомной подводной лодки. Александр Николаевич, назвав вот, как говорят, интеллектуальных заказчиков этой катастрофы, ее реальных авторов, конечно, следствие выведет на подлинных, так сказать, ну, конкретных виновников, естественно. У меня есть своя только версия, хотя я в ней уже все больше и больше укрепляюсь. Я думаю, что произошла какая-то фатальная трагедия с оружием на борту нашего подводного крейсера. Какие у меня аргументы на сей счет? Ну, во-первых, на борту находились два человека, причастные к конструированию и созданию новых боевых торпед и двигателей к ним. Это работники дагестанского завода, который находится в городе Каспийске, Дагдизель Гаджиев и один из наших офицеров, не помню сейчас его фамилию, кажется, Борисов, да, капитан-лейтенант Борисов. Да, сейчас которые говорят, что это могут быть чеченские там. Ничего подобного. Потому что Гаджиев был руководителем конструкторского бюро, ему 42 года, он уже человек 40 раз проверенный.
А что касается Борисова, это выпускник военно-морских училищ, он был военпредом на заводе. Вот они вдвоем, не члены экипажа, присутствовали там. По всей видимости, там было боевое оружие, которое носило в какой-то мере экспериментальный характер. Отсутствие фотографий, которые, конечно, легко сделать с помощью телевизионных камер, передней части субмарины, которая, говорят, полностью разнесена, и корпус, соответственно, поэтому потерял всякую, так сказать, герметичность, говорит о том, что никакое плавающее судно не могло нанести такие разрушения, не потеряв при этом своего собственного, так сказать, половины корпуса. И, конечно, честно говоря, норвежцы утверждают то же самое на основании показаний подводников, водолазов, которые пошли по корпусу, и они дали свои показания. Но я думаю, что это одна из версий. Думаю, и надо да. будет просто уж специалисты, пусть предоставим это Разумеется. Право специалистам Разумеется. Разобраться, что это конкретно. Это личное мнение, которое, так сказать, не, вовсе не исключает и возможных других версий. Николай Сергеевич, вот на мой взгляд, я бы еще как хотел на чем остановиться. Вы знаете, вот всегда мы как-то после любой трагедии, которая происходит, мы сразу начинаем заботиться. Заботиться о родных, близких, предоставлять бесплатные самолеты, поезда, билеты, выплачивать компенсации родственникам. Вот так и сейчас случилось. С одной стороны, это все правильно, так и нужно, но ведь у нас сегодня гибнут воины, защищая родину и в Чечне, и в других горячих точках. То есть у нас как-то получается одним внимание, а другим есть что-то в этом... Понимаете? Вы бьете в больную точку, в правильную точку, Александр Николаевич. Ведь дело в том, что то, что мы сейчас наблюдаем, это какое-то, как снежная лавина, проявление некой благотворительности о погибших моряках. «Газпром» выделяет деньги, «Березовский» собрал тоже какой-то миллион, о котором президент говорил. Президент хорошо сказал, хорошо да? Хорошо сказал, да. И была бы лучше, говорит, этот миллиончик собрали, говорит, лучше бы вернули, бы, в казну, вернули бы то, что вы там... На подставных лиц записали. Да. Там Совкомфлот, в общем, все они соревнуются, вот как бы вот, вот эти самые олигархи, как бы на благотворительном вечере, кто из них вроде бы великодушнее появляется. Это на самом деле лицемерная и пошлая политика. Потому что вы правы, любой российский гражданин, носящий мундир и выполняющий служебные обязанности, и гибнущий при них, безразлично, где это происходит, в Чечне, в Таджикистане, или гибнут минеры, когда снимают взрывные устройства, установленные террористами, и моряки наши, которые погибли, они в равной степени равны перед Господом Богом, перед нашим народом и государством. Все должно быть поровну, мы должны всех чтить одинаково. И поэтому не надо выделять никого, чтобы не разделять наше общество. Закон должен быть принят о гарантиях военнослужащим, членам их семей в случае гибели или увечья. Это обязанность законодателей наших. Это вот первая их обязанность, которую они должны собраться Абсолютно. Сейчас да. на осеннюю сессию и принять, и такой, принять закон. Такой закон, да. чтобы не было никаких вывертов со стороны Березовского и других. Вы знаете, вот в эти тяжелые дни я восхищался выдержкой, поведением и тем достоинством, с которым держалась вдова командира подводной лодки Ирина Юрьевна Лячина. Это было поведение настоящей русской женщины, жены офицера. Вот вспомните ее интервью. Ну как же. Говорят много. Я сразу сказала, никого слушать не буду. Буду слушать только то, что будут говорить официально. Приставать каждый день, что там. Я думаю, когда будут новости, которые мне должны сказать, мне их передадут. Удивительные женщины, я вам скажу. Сообщалось немножечко о их жизни с капитаном первого ранга Геннадием Лячиным. Они ведь дружили и полюбили друг друга в школе. У Лячина, у Геннадия, рано умерла мама, отец рано ушел из семьи, и он практически воспитывался в семье своей жены. Отец, который, кстати, был моряком, юнгой прошел, так сказать, всю эту суровую школу морскую, часто слышал его рассказы. У них сын 21 года, офицер, тоже подводник. Отец хотел его даже взять к себе на корабль, но вот Божий промысел уберег наследника, который будет теперь продолжать дело отца. Поразительная женщина. Она попросила не транслировать встречу президента Путина с родственниками погибших моряков. Она знала, какое море горе выплеснется там, какой острый и трудный разговор будет, длившийся 6 часов. По-моему, это образец благородства русской женщины, жены офицера. Вы знаете, вот если бы многие из тех и политиков, наверное, да и нас, журналистов, бы вели себя вот так, как вела Ирина Юрьевна,
то, наверное, много бы и освещалось, да и в жизни было бы совсем по-другому. Надо иметь огромное личное человеческое достоинство. И вот это чувствует в своей облике. Николай Сергеевич, вот два вопроса. Правильно ли вы считаете, действовали президент, правительство, командование ВМФ и главный наш министр обороны? Вот вся эта наша антироссийская пропагандистская шарага вылила такую шат грязи на президента, на правительство, на людей, причастных к этой катастрофе. А мне иногда кажется, что они вели нормальную политику людей, которые не сразу сообщают о гибели близкого человека. Сначала говорят, что он тяжело заболел, завтра говорят, очень тяжело заболел, новые осложнения, пока мы не привыкнем примерно к восприятию трагического исхода. Действия всех наших институтов были признаны всеми компетентными властями на Западе, компетентными. Я имею в виду Росселя, руководителя английской спасательной операции, менеджера водолазной компании норвежской, которые говорят, русские спасатели власти действовали абсолютно правильно, используя имеющиеся в их распоряжении средства. Другие у нас были отобраны вот теми людьми, о которых мы с вами говорили. Что вы можете сказать об обращении Путина в связи с трагедией Курска? Я бы хотел прежде всего сказать, что Путин нашел себе великое мужество 6 часов беседовать напрямую с людьми, которые потеряли своих близких. Мне запомнилась его одна фраза, которую сказал он в заключении, что говорит, я буду с армией, флотом и народом. Я честно говорю, что в этом случае и армия, и флот, и народ будут с президентом Путиным, уверен. В час беды, так назвали свое обращение к народу известные русские ученые, писатели, священники, художники, военачальники, общественные и политические деятели. Мы знаем, пишут они, что трагедия Курска, слезы живых и святое мученичество погибших соединят нас в непобедимый народ. Вечная память героям, подводник. Thank you.
Так уж получается в нашей жизни, что горе и радость идут рядом. В эти дни произошло праздничное и светлое событие. Архиерейский собор причистил к лику святых 1154 мученика и исповедника в земле российской просиявших. Такого в русской церкви еще не было. 20 августа. Храм Христа Спасителя. Совершается божественная литургия, на которой в присутствии предстоятелей всего православного мира идет чин прославления новомучеников и исповедников российских, пострадавших за Христа в трагическом 20 веке. Гонения на русскую православную церковь начались уже в 1917 году. Своего апогея они достигли в предвоенные годы. Только за один 1937 год было расстреляно 85 300 священных и церковнослужителей. Из алтаря выносят икону «Собор новых мучеников и исповедников российских». Патриарх Алексий II, а за ним другие предстоятели поместных православных церквей, с душевным трепетом идут поклониться тем, кто был верен даже до смерти и своей кровью послужил основанием для возрождения церкви. Приблизимся к иконе и мы. В ее главной части представлен собор святых, предстоящих в прославленном состоянии. В центре, олицетворяя принцип верховной власти, противостоящий хаосу, изображение царственных мучеников. Сонм новопрославленных святых угодников Божьих представлен на фоне храма Христа Спасителя, символа страданий и возрождения русской церкви. Вверху, над образом церкви воинствующей в деисусном чине, изображение церкви торжествующей. В центре Спаситель, поясняющий смысл мученичества как следование Господу Иисусу Христу по крестному пути. За святыми и апостолами первого века новой эры следуют русские святые, начиная от равноапостольного князя Владимира до праведного Иоанна Кронштадтского. Так свидетельствуется неразрывная связь времен. Третья часть иконы состоит из боковых клейм с изображением мученических подвигов. Первое клеймо – страдания святых новых мучеников на Соловках. Святыня, прославившаяся в русской истории с 15 века подвигом преподобных Зосимы, Савати и Германа, стала местом заключения и массовых казней. Так церковь вслед за Спасителем взошла на свою Голгофу. На втором клейме священномученик Петр Полянский, местоблюститель патриаршего престола. В верхней части он изображен по сохранившейся фотографии, сидящим в заключении в зимовье Хэ, рядом ледовитый океан. Во всем его облике несломленная духовная сила, и даже сцена убийства святителя в нижней части не может нарушить это царственное состояние торжества духа над плотью. Суд над священномучеником Вениамином и с ним пострадавшими. Таково содержание третьего клейма. В 1922 году святитель Вениамин, верный соратник патриарха Тихона, вместе со своей паствой воспротивился изъятию священных сосудов из церкви. За это они были приговорены к смерти. Перед нами сцена неправедного судилища, где судья клевещет, а подсудимый в ответ на приговор благословляет. Четвертое клеймо посвящено страдальческой кончине двух праведников – священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского, и священномученика Гермогена, епископа Тобольского и Сибирского. Оба святителя пользовались глубоким почитанием верующих. Зверские расправы над ними были произведены почти одновременно в июне 1918 года. Архиепископ Андроник был зарыт живым в землю, епископ Гермоген – утоплен в реке Тобол с камнем на шее. Разорение одной из величайших святынь русского народа, Троицы Сергиевой Лавры и осквернение мощей преподобного Сергия Радонежского – тема пятого клейма. В 1920 году Лавра была закрыта. По грубой фальшивке, обвиняющей наместника монастыря архимандрита Кранида в заговоре, он был арестован. Расстрелян в 1937 году. Ныне также причислен к лику священномучеников. Трагедия в Алапаевске, 5 июля 1918 года. Святых, великую княгиню Елизавету и ее келейницу Варвару, вместе с великим князем Сергеем Михайловичем,
князем Владимиром Полеем, еще тремя князьями и преданными слугами сбрасывают в шахту. Последними словами преподобномученицы Елизаветы были слова Спасителя: «Боже, прости им, не ведают, что творят». Седьмое клеймо святейший патриарх Тихон в заточении в Донском монастыре благословляет верующих со стены, куда ему разрешалось выходить из келий. В их лице патриарх благословляет весь православный русский народ. Убийство царской семьи в Екатеринбурге в доме Ипатьева, 17 июля 1918 год. Нелепые позы палачей, смирение и в то же время величие их жертв, ставших в нашей памяти подлинным примером малой церкви. Черный фон подвала не в силах поглотить белизну образов царственных мучеников. Девятое клеймо. Массовый расстрел праведников в Бутове. В 30-е годы здесь были уничтожены десятки тысяч невинных людей. Осужденных привозили ночью, расстреливали и тут же зарывали в огромных ямах. Ныне в Бутове поставлен крест и воздвигнут деревянный храм. Фигуры солдат в болотисто-землистых шинелях целятся в группу праведников в красных облачениях, символе огненности, непреклонности веры. Вскоре после революции крестные ходы стали формой протеста против террора и гонений на церковь. Противоборство двух непреклонных сил. Те, кто пал, уйдут в вечность. Убийцы сгинут без следа. Одиннадцатое клеймо повествует о праведной кончине священномученика Владимира, митрополита Киевского. Святитель Владимир первым из епископов принял мученический венец от рук богоборческой власти. Твердо выступая против антицерковных, раскольнических действий в украинском духовенстве, святитель Владимир еще при жизни был удостоен имени всероссийского митрополита. Образ безымянной святой жены с детьми, безвестные монахини, жены и сестры духовенства, простые прихожанки, погибали в лагерях и тюрьмах. Оставшиеся на свободе непоколебимо стояли в храмах в самые беспросветные годы. На них лежало воспитание детей, потерявших отцов, многих из которых забирали прямо с божественной литургии, врываясь в алтари, оскверняя святыни. На 14-м клейме разорение Саровской обители, похищение мощей преподобного Серафима. Горечь страданий завершает 15-е клеймо с изображением убиения святителя Кирилла, митрополита Казанского, до конца своих дней не смирившегося с униженным положением церкви. В момент, предшествующий своей гибели, святитель молится, обращенный ликом к нам. Он как будто провидит возрождение церкви, слышит нашу молитву, верит в покаяние о грехе богоотступничества земного отечества нашего. В храме Христа Спасителя завершается чин прославления. Собор новомучеников и исповедников российских, молите Бога о нас. Сегодня гость Русского дома, постоянный член Священного Синода, митрополит Солнечногорский Сергий, управляющий делами Московской Патриархии. Владыка, больше всего вызвало и в прессе, в средствах массовой информации, да и так и среди людей, это канонизация, причисление к лику святых императора Николая II и царской семьи. Что вы скажете, почему, как говорили, что это вызовет большие у архиереев возражения, но проголосовал собор единогласно? Абсолютно верно, Александр Николаевич. Я только хотел бы вас, может быть, немного поправить. Торжество-то было, и празднество действительно было. Но в этом моменте прославления новомучеников мы не должны забывать, что был элемент покаяния. Большого покаяния, самого настоящего. Это, конечно, восхищение перед этим подвигом, но покаяние нас, живущих людей, и те, которые, так сказать, в общем-то, пользуются плодами этой мученической славы. Мы много говорили в последнее время о покаянии и призывали часто и церковь к покаянию. Так я думаю, что вот причисление такого впервые большого сонма новомучеников – это и есть акт признания нашей вины перед ними за то, что наши предки не смогли
удержать в себе якорь веры, якорь правды, якорь истины, но свернули с пути богопочитания и оказались на пути тех же гонителей, потому что ничьими руками эти новомученики не были убиты, а убиты своими же современниками. Теперь, что касается прославления семьи императора, то если мы возьмем архиерейский собор 1997 года, в феврале месяце, то мы увидим, что тогда это была воспринята всеми акция как, прежде всего, политическая. Не было еще такого акта общенародного почитания, которое явилось после архиерейского собора 1997 года. Это и мироточение икон императора, это и исцеление, чудеса, которые мы фиксировали. Я сам на себе испытал вот такое действие благодатное, когда в прошлом году был по служебной командировке в Екатеринбурге и служил литию на месте убиения царской семьи. Мы были несколько человек, мы реально почувствовали, что царская семья здесь с нами и молится с нами. Это было непередаваемое чувство волнения. Так что вот такой вот духовный, как бы так сказать, авторитет этих умученных людей, я думаю, что он был уже несомненен. И если у нас на архиерейском соборе 1997 года была очень большая дискуссия о возможности прославления царственных мучеников, то теперь дискуссии практически никакой не было. И практически единогласно мы признали, что они достойны венца святости за их подвиг смирения, за их 16-месячный крест, который они несли уже после отречения государя-императора от власти. И мы причислили не монарха. И это не имеет никакого отношения к политическим каким-то чаяниям. Мы не прославили монархию как форму власти, но мы прославили этот подвиг человеческий, который сумел проявить себя в условиях унижения, оплевания, сохранить достоинство, сохранить верность своему народу, прежде всего, и верность, естественно, Богу и Церкви. Владыка, когда смотришь на имена новых святых, то обращаешь внимание, что Церковь прославила мучеников и исповедников независимо от их убеждений в политической и общественной жизни. Это абсолютно верно. Потому что слова Христа, ведь действительно, они до сих пор и действуют, потому что не важно, чем человек занимается в жизни. Важно то, что он из себя внутри являет. Не важна профессия, не важно какие-то его взгляды, не важно какие-то его колебания, может быть, сказать, политические или какие-то в лице, в глубочах Божьих, это все лишь суета наша человеческая. Но важно то, что из себя внутри составляет человек? Целостность или он не целый, или он гнилой внутри? Поэтому мы и встречаем, естественно, среди новопрославленных мучеников людей совершенно разных и священнослужителей, и светских людей. Но все они были действительно связаны одной какой-то, так сказать, красной проходящей нитью. Это верностью своей родины, верностью своему народу и, прежде всего, верностью Богу и Церкви. Скажите, вот после архиерейского собора заговорили о том, что вот, мол, на архиерейском соборе сейчас Церковь приняла решение не подчиняться государству. Но это абсурд и больные фантазии. Абсолютно. Церковь просто подчеркнула и ясно подчеркнула, что только тогда, когда власть станет богоборческой, как вот была, может быть, коммунистическая власть, и которая потребует от человека отречения от Бога, то в данном случае Церковь призывает верующих людей не подчиняться власти, но проявлять твердость в сохранении своих убеждений в вере Бога.
Только в этом. Это просто ложь и спекуляция людей, которые начинают обыгрывать как-то этот параграф. Он довольно ясно сформулирован. Ну вот говорят, церковь, русская церковь, как сейчас и католическая, приняла социальную концепцию. Ну, я бы сказал, что, может быть, она интересна, эта концепция, тем, что впервые наша церковь заявила открыто, в письменном виде изложила то, чем, собственно, она и жила. И интересен этот документ прежде всего тем, что он излагает практику церкви, внутренней жизни, и вместе с тем какие-то моменты отношений между церковью и государством. Ничего там нового такого нет, ничего такого, так сказать, что заслуживало какого-то, так сказать, адаптации, так сказать, обдумывания или чего-то. Это просто изложение... То есть той реальной практики, которая сегодня существует. Существует, да. Она интересна, прежде всего, людям маловоцерковленным. Интересна она также, может быть, для практического руководства пастырей, потому что там заложены ответы на многие вопросы, которые духовник часто решал самостоятельно, полагаясь на свой духовный опыт. Теперь он может быть отнестись вот к этому документу и найти там, так сказать, советы, которые он должен применять. Но я еще раз повторяю, что ничего там нового абсолютно нет. Использован наш духовный опыт нашей церкви, который мы живем уже и пользуемся на протяжении тысячелетия. Владыка, ну вот отношение к церкви и смертная казнь, к смертной казни. Ну, смертная казнь, позиция церкви очень простая. Естественно, нигде мы в Священном Писании не найдем осуждения смертной казни. И в Библии она практиковалась, и в новозаветные времена мы об этом тоже знаем. Но церковь, если так вот сказать откровенно, естественно, за жизнь человека борется. И никогда церковь не осуждала человека на смерть. Всегда церковь давала возможность человеку покаяться. И поэтому, если смертная казнь отменяется, то это, с точки зрения церкви, наверное, лучше для человека, который бы осознал свою греховную жизнь и покаялся, принес плоды покаяния. Но церковь заняла жесткую позицию по отношению к абортам. Ну, безусловно, эта позиция, может быть, она в связи с позицией Римо-католической церкви, как-то она, так сказать, трактовалась и приписывалась, так сказать, желаемой, так сказать, православию навязывалась. И поэтому впервые мы, не впервые, кстати, заявили, а очень открыто, но соборным определением это первый раз, Синод не раз заявлял по этим вопросам, что аборт это убийство. Убийство человека и благословение здесь на аборт не может быть вообще никакого. И вообще-то правильно, потому что сегодня, когда Россия ежегодно уменьшается на 1 000 000 человек, то спрашивается, для кого мы все будем это делать, строить и вообще... Да если и прирост населения был бы нормальный, все равно это грех. И грех непростительный, где-то убийство. Церковь, конечно, благословляет и разрешает после определенного какого-то покаянного периода мать от этого греха, но никогда не поощряет этот грех. Кроме того, так сказать, ведь заложено тоже в этой концепции о том, что можно разводиться с женой, если она настаивала на аборте, а муж, допустим, был против, не согласен. Это считается достаточным основанием для того, чтобы семья была разведена. Владыка, вот многих волнует взаимоотношения с украинской церковью. В Киеве сейчас вот прошел собор самопровозглашенной украинской церкви Киевского патриархата, который руководит преданный анафеме гражданин Денисенко. На этом соборе выступил президент Кучма и призвал всех верующих Украины объединиться и создать единую украинскую поместную православную церковь. Ну, мало того, что он санкционирует воровство газа, он теперь еще хочет и церковь вывести, я так понимаю. Но я должен сказать, что желание господина президента Леонида Кучмы, оно, конечно, похвально. Мы тоже выступаем за единство церкви на Украине. И мы прямо заявляем всегда, что нынешнее положение дел на Украине является ничем иным, как политическим делом.
я имею в виду церковные дела, потому что политики вмешались в свое время и сделали вот это вот разделение церкви. И слава Богу, они сейчас хотят вот этого единения. Но пути к единению, они, конечно, должны быть разные. Мы не можем вот просто так взять и объединиться с теми раскольниками, прежде всего с Денисенко, так называемым патриархом киевским и всея Руси. Мы не можем просто так вот его принять в общение, потому что человек, который сознательно пошел на раскол, дал обещание перед крестом и Евангелием, и перед всем собором епископов Русской Православной Церкви, что он сложит в себя полномочия главы Украинской Православной Церкви, а на самом деле ввел раскол в церкви. И явился, в общем-то, не начальником раскола, но основным его двигателем этого раскола. Да, ведет с собой людей, которые благодати-то нет. Благодати нет, и на нем благодати на, нет. На нем-то благодати да, нет, он еще ведет. Даже, он даже не член церкви сейчас. Это страшная его позиция. И мы выступаем за то, чтобы объединиться. Объединиться, но, конечно, так сказать, чтобы Денисенко ушел со своей должности, оставил бы, так сказать, свою паству. Мы готовы вести диалог с теми епископами, которые останутся без него, но принимать их, естественно, так сказать, в сущем сане, я думаю, что это возможным не будет. Mm-hmm. И епископат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата открыто заявляет о том, что они не согласны на объединение с раскольниками, вот так, как было, допустим, проведено Константинопольским патриархатом Болгарии. Да, вот, кстати, вот какова роль во всем этом Константинопольского патриарха Варфоломея? Ну, это он активный человек, полный жизни. Естественно, я думаю, что его желание, оно исходит из добрых побуждений, но, к сожалению, он не знает реальности жизни ни в России, ни тем более на Украине. Он судит просто это по отголоскам каких-то прессы или по письмам, которые он получает, или от Денисенко, или от президента Кучмы, и старается как-то внести, на его взгляд, позитивное, так сказать, какое-то влияние. Но мне кажется, что он глубоко заблуждается. Ему нужно Константинополь отбросить свою гордость и прислушаться к Матери Церкви, Московскому Патриархату, к Святейшему Патриарху Алексею, и принять тот путь объединения Церкви на Украине, который предлагает Московский Патриархат. Но сегодня там на Украине довольно серьезные разговоры о том, что нужно вообще отделиться от Московской Патриархии, создать уже полностью автокефальный, вообще даже пойти где-то на соединение с Рима, с униатами. Ну, это абсурд, конечно, совершенно недопустимо. Если они объединятся с униатами, они уже навсегда отколются от Русской Православной Церкви. Но, по существу говоря, они имеют, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, имеют практически права почти что автокефалии. У нее права широкой автономии даны. А что это означает? Они образовывают новые епархии, без согласования с Москвой поставляют архиереев, без согласования с Московским Патриархатом они возводят, награждают и возводят епископов, архиепископов, дают сан митрополита. Все это прерогатива главы церкви митрополита Владимира. Но только лишь поминают за богослужением имя Святейшего Патриарха и находится с нами в молитвенном общении. Но если даже вот сейчас просто дать им автокефалию, я думаю, что навряд ли это серьезно воспримется. И это будет ситуация, которая сложилась в Соединенных Штатах Америки, когда в 70-м году дали Американской Православной Церкви автокефалию. До сих пор греческие церкви не признают этой автокефалии. Ну, Владыка, архиерейский собор, который прошел, юбилейный архиерейский собор, он, конечно, займет историческое значение в жизни нашей Русской Православной Церкви, да и, наверное, для всего нас, для всей России, для всего русского народа, православного народа прежде всего. Скажите, а вот я знаю, что президент Путин после поездки в Североморск, он разговаривал с патриархом. О чем шло разговор? Был звонок патриарху.
Владимира Владимировича поразило то горячее желание людей, которые потерпели горе, иметь у себя в этом маленьком поселке храм. И при том иметь его немедленно. И поэтому они обсуждали этот вопрос, и я знаю, что Святейший Патриарх уже дал соответствующее указание епископу Мурманскому Симону о том, чтобы он предпринял конкретные шаги. Правительство и местные власти идут в этом направлении сейчас навстречу и готовы предоставить любое здание, которое можно быстро переоборудовать под церковь, под храм. И это, конечно, печальные события, которые трагедия потрясла, наверное, всю Россию, сколыхнула ее, как бы пробудила от сна, но знаменательно, что в эту трудную минуту люди ищут утешение в церкви и утешение и благословение от Бога. Спасибо, Владыка, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. Спасибо вам. Сегодня, через 82 года после трагедии, произошло то, чего ждал весь русский православный народ. Государь Николай Александрович с семьей прославлен в лике святых. Одновременно в один день с прославлением государя и всей царской семьи в поселке Тайнинское под Москвой открыт памятник царю Страстотерпцу. Он так же, как и государь при жизни, прошел через поругание, был взорван и теперь вновь восстановлен. В этот день, 20 августа, с утра шел дождь. И казалось, что праздник не совсем удастся. Но у каждого из собравшихся в храме на литургию была тайная надежда, что как только начнется прославление государя-мученика и всей семьи, на небе просияет солнце. Так и случилось. Акафист царю Страстотерпцу перед храмом пели всем собором. Лица собравшихся были строгие, лишь глаза выражали тайную радость, словно люди чувствовали, что государь, как и тогда, объединил всех в единой молитве к Царю Небесному за Отечество и весь народ православный. А после молебна, словно как прежде, государь снова был во главе крестного хода и вел народ в небесное Отечество. И снова единым сердцем и едиными устами пели «Спаси, Господи, люди Твоя», когда настоятель храма отец Владимир освящал памятник, а архимандрит Даниил торжественно разрезал ленточку. И были цветы, и играл духовой оркестр. Говорились речи и благодарили автора памятника Вячеслава Михайловича Клыкова. И сам он, волнуясь и извиняясь, читал свою речь по бумажке и смущался, когда всем миром пели ему многое лето. И была скорбь на лицах, когда архимандрит Тихон вспоминал о наших воинах-подводниках, оставшихся на дне моря. Радость и горе объединили людей. И когда хор запел «Боже, царя храни», в сердце каждого с новой силой вспыхнула вера в пророческие слова преподобного Серафима Саровского, что Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе. И снова о главном. Сейчас для нас очень важно, какие выводы сделает президент Путин из всего происшедшего. Поймет ли он, что трагедия с атомной подводной лодкой «Курск» — это предупреждение? Предупреждение, что с ельцинским наследием, кадрами-олигархами и либеральным подходом к экономике всех нас ждут великие и страшные потрясения. И об этом хорошо сказал на встрече нашего коллектива с жителями подмосковного Богородска, он пока еще носит название Ногинск, генеральный директор фабрики «Ажур» Лев Геннадьевич Субботин. Мы все сегодня в подводной лодке, мы все предприятия уже давно на дне, и нас давно никто не собирается поднимать. Но в нашем городе мы это делаем сами. Мы делаем сами благодаря вот той ауре, которая создается вот этими замечательными людьми, которые здесь присутствуют в зале, которые все-таки знают, что Россия, ее никогда и никто не потопит. И не надо радоваться, не надо злорадствовать, не надо искать виновных. Надо поднимать нашу страну, поднимать нашу родину вот этими замечательными, чуткими российскими людьми. И сердцами моя песня как раз о вас, о России, о том, что мы, несмотря ни на что, мы ее поднимем, и только мы в состоянии ее поднять. Россия в мгле, здесь опять заваруха, никак свою власть не поделит братва.
Но вспомнилась мне и война, и разруха. Петровский наказ, в нем такие слова. Храните Россию, родные края. Крепите Россию, здесь наша земля. Спасите Россию от бед и невзгод. Поднимет Россию великий народ. Ни слез не держать на невспаханном поле. Кормилица мать заросла сорняком. Родная земля оказалась в неволе. У новых хозяев я стал батраком. Храните Россию, родные края. Любите Россию, здесь наша земля. Спасите Россию от бед и невзгод. Нас за руки взяться Россия зовет. Обиду и стыд за державу не скрою. Мы нищими стали в богатой стране. Подайте на хлеб, вся Россия слою. Петровский наказ вспоминается мне. Храните Россию, родные края. Любите Россию, здесь наша земля. Спасите Россию от бед и невзгод. Поднимет Россию великий народ. Вышел из печати сентябрьский номер журнала «Русский дом». Вы в нем найдете ответы на многие вопросы, которые мы сегодня с вами не сможем ответить. До свидания. Россия выстоит с Божьей помощью. Только бы мы не оставили Господа нашего. До встречи. Читайте в сентябрьском номере журнала «Русский дом». Неоконченная панихида, биологическая сила русского народа, дегенераты, как слуги Антихриста. «Русский дом» – журнал для тех, кто любит Россию.